Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно социализировать вашу собаку. Для того, чтобы вы могли выходить в город, чтобы собака вела себя адекватно, нужно это делать как можно чаще. То есть, чем чаще вы выходите за пределы вашего двора, а за пределы вашего двора, я считаю, что ну, как минимум нужно выходить раза три, наверное, в неделю, где-то так, для того, чтобы собака понимала, что есть жизнь помимо вашего двора где-то еще. И для того, чтобы не было на нее новостью, скажем так, проезжающий мимо ее автомобиль, там, проезжающий мимо ее велосипедист, проходящие мимо дети какие-то, то есть раздражители, вот о том, о чем мы с вами постоянно, собственно говоря, разговариваем, то, что собака отвлекается, она все это должна знать, что в мире все это существует. Но вот здесь возникает вопрос, как привлечь внимание вашей собаки именно к вам, а не к тем раздражителям, которые находятся со стороны. Вот здесь вы должны постараться сделать так, чтобы ваша собака чувствовала, что с вами, во-первых, существует взаимосвязь, то есть постоянно центром вселенной, какие бы шумы вокруг ни были, центром вселенной должны являться вы. То есть выходите на улицу. Ну, естественно, посмотрев мои уроки, не только мои уроки, научите свою собаку правильно ходить на поводке. И вот здесь, когда вы сформируете хотя бы там небольшое представление о том, что вы являетесь вожаком, выходите на улицу со своей животной как можно чаще. И вот когда вы выходите на улицу, пытайтесь заниматься с ней, отвлекайте ее какими-то игрушками. Вот видите, сейчас проехал мимо велосипедист, как бы собака на него абсолютно не отреагировала, потому что она знает, что самое важное для нее – это ее хозяин, ее вожак, ну, в частности, здесь, в этой ситуации, вожаком являюсь я. То есть мы занимаемся со своими собаками, выходим. Я приучил к тому, что занимаемся мы постоянно. Часто же у всех происходит такая ситуация, когда вы идете с собакой по улице, и к вам подходит кто-нибудь из прохожих и спрашивает, что у вас за порода, сколько лет собачке. Ну, остановитесь, поговорите с человеком, объясните. Пусть собака видит о том, что не все прохожие, и точнее все прохожие не являются, скажем, какими-то страшными людьми, на которых нужно агрессивно реагировать. Вы своим душевным равновесием передаете вот энергию своей собаке, и она видит о том, что вы доверяете, что мир вокруг нее хороший, красив, собственно говоря. Посещайте чаще какие-то собачьи площадки, ходите гулять на прогулке там, где гуляют дети, где наоборот большое скопление людей, для того, чтобы собака привыкала к тому, что, собственно говоря, мир, он многообразен и красив, и хорош, и добр. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, гуляйте чаще в людных местах со своей собакой, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.